Прямо сейчас на прямой связи с нами Айсулу Кусаинова. Она работает на площади у столичного акимата и находится в центре праздничных событий. Айсулу, как отмечают День Конституции в Астане и как настроение? Добрый день, Алмаз. Начало праздничных гуляний на городской площади было запланировано на 10 утра, и постепенно здесь людей становится все больше. Да и погода благосклонно располагает к приятному общению, создает неповторимую патриотичную атмосферу и осознание значения сегодняшнего дня, дня рождения главного юридического документа нашей страны. С момента его принятия на всенародном референдуме 30 августа 1995 года прошло уже 19 лет, и вот уже 19 лет нормы Конституции в первую очередь принимаются во внимание при разработке новых законов, нормативно-правовых актов и поправок к ним, которые, в свою очередь, регулируют жизнь всего нашего общества. Даже репертуар артистов, выступающих за моей спиной сейчас на сцене, подобран символически, вдохновляющие песни, прославляющие Родину, Киев, чьи мелодии пробуждают самые сакральные чувства и ощущение единения. Концерт будет продолжаться до 23:00. Выступать здесь будут звезды казахстанской эстрады, творческие коллективы Астаны и этнокультурные объединения. Рядом со мной сейчас находится гость праздника Бесимбай Масенов. Масанов. Здравствуйте, с праздником вас, вы приехали из Павлодара. Как ваше настроение, как вам нравится? Ну, настроение праздничное. Ну... Вы приехали с семьей? Я с супругой приехал в Астану на этот праздник и в гости к своим родственникам. Сегодня мы отмечаем день рождения Конституции. Ее нормы мы все считаем. Какие нормы вы бы выделили для себя в качестве главных, и от которых бы никогда не отклонились, вне зависимости от какие были бы солидные причины? Ну, Конституция – это наш основной юридический документ. Для меня это главное там – это свобода слова, право на труд и свобода вероисповедания для всех народов нашего многонационального Казахстана. Я думаю, для меня лично вот это все основное, что прописано в нашей Конституции. И поскольку сегодня праздник, предлагаю вам поздравить казахстанцев с этим днем. Я хочу поздравить всех казахстанцев с этим одним из самых основных праздников нашего государства, Днем Конституции. Пожелать всем крепкого здоровья, чтобы их права не нарушались, чтобы наша Конституция всегда нас защищала. Всем здоровья, семейного благополучия и праздничного настроения в этот день. Большое спасибо. С праздником вас. Удачи. Добавлю, такие мероприятия проходят не только здесь, на городской площади, но и в жилых массивах Мичурина, Ильинка, Коктал, Заречный. Фестиваль дворовых клубов проходит на стадионе во дворце Жастар. Маленькие художники могут принять участие в конкурсе детских рисунков, который проходит возле площади защитников Отечества. Не забудем и о спортивных мероприятиях. Гиревиков и силачей ждут у центрального стадиона имени Мунайтпасова, а легкоатлетов у спорткомплекса Толкан. Ну, в принципе, это вся информация, которую я владею к этому часу. Студия, слово за вами. Спасибо, Айсулу. Мы продолжим выпуск.